Шесть зданий в центре города пойдут под снос. Недалеко от филармонии будет зачищена площадка под строительство элитного жилого комплекса. Речь о квартале, ограниченном улицами Орловская, Свободы, Ленина-Воровского. Снесут здесь скоро 4 дома по улице Орловской и 2 дома по улицам Свободы и Ленина. Общая площадь жилья составляет почти 3000 квадратных метров. Таким образом, застройщику придется расселить около 200 человек. Согласно документации, здесь появится жилой комплекс, максимальная высота 6 этажей. Договор с застройщиком администрация подписала еще 2 года назад. К слову, землю строительная компания получила от администрации бесплатно, а около 6 миллионов рублей пришлось заплатить только за право заключить договор.